И сейчас к оперативной информации регионального Минздрава. За последние сутки выявлено 43 случая инфицирования COVID-19. На сегодняшний день лечение в госпиталях получает 541 житель Калмыкии. В тяжелом состоянии 36 пациентов, из них 11 на ИВЛ. Зарегистрирован один летальный исход. С выздоровлением выписано 43 человека. Режим домашней изоляции соблюдает 2322 контактных.